Привет, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала, мои бравенькие девочки, мои матушки, я вас всех приветствую. Вот и остается 40 дней до Нового года. Всем желаю хороших покупок, хороших подарков. Сегодня Ивановский текстиль, любимый Василек, предложил мне сделать для вас хорошую рекламу. Возможно, вы возьмете что-то себе на заметку. Поскольку 40 дней вроде много, но с другой стороны, сейчас будет очень заняты все почты, и люди начнут заказывать. Поэтому, девочки, я вас убедительно прошу, как только вы посмотрели мою рекламу, вы обязательно пройдите по ссылке, которую я вам оставлю. И обязательно для себя, для родных, для близких закажите очень бюджетные подарки для своих родственников. Не обязательно тратить бешеные деньги. Не обязательно покупать какие-то дорогостоящие. Просто любимый Василек, он работает для нашего населения. Сегодня продемонстрирую я вам два костюма, брючки, футболку и шапку. И еще одну водолазку. Итак, начнем. На мне костюм с брюками. Артикул 51024, светло-серый, на мне размер 52. Цена просто смех, 1303 рубля. Почему смешная цена? Потому что это очень хороший трикотаж. Свободные брюки с карманами, ровные, без резинок, без всяких лампасов. Кто любит вот такую классику, кто любит дома ходить в костюмчиках, кто любит весной теплой и летом гулять в хорошем, свободном, люком, дышащем, трикотажном костюме, этот костюм я вам рекомендую. Если, девочки, у вас вот здесь много, смело покупайте размер в размер. Если у вас здесь много, значит, покупайте на размер побольше, а то и на два. Но еще раз вам скажу, чтобы вам не ошибиться и не было у вас накладок, обязательно проходите в размерную сетку, которая указана именно на каждое изделие, под каждым, так сказать, изделием есть размерная сетка. Размер 52 идет... Размер в размер, ну, может быть, даже и побольше, потому что у меня нет живота, мне вот здесь очень свободно. У кого будет животик, тот будет вообще безмерно рад. На рост 1,70 м, может, даже чуть выше, пойдет совершенно легко. Мой рост 1,57 м. Очень длинные, но я схожу обязательно в ателье, подошью. Очень хороший костюм. Девочки, вы знаете, я умею выбирать и я умею вам предлагать. И если я предлагаю, значит, это совершенная правда. Здесь, значит, резинка. Ну, как резинка? Вот такой манжет. Как правильно называется, я, девочки, не знаю. Поскольку я короткая ростом, я вот так вот это все подгибаю. И посмотрите, как красиво. Какой красивый костюм. Любую девочку, любую женщину, любую бабушку освежит. Очень красивый. Очень. Девочки, рекомендую. Посмотрите внимательно. Сейчас я сниму и покажу вам изделие поближе. Девочки, я вам поближе хочу показать, что это настоящий хороший трикотаж. Он тонкий, но он не просвечивается. Аппликация никогда не вымывается. Вот такая аппликация, она нанесена краской, это не резинка, как вы подумали бы. Очень свободные на резинке, резинка не скручивается. Хорошие глубокие карманы, очень хорошие. К низу они абсолютно ровненькие. Девочки, за 1300 просто рекомендую. Значит, и по кофточке сейчас, мои миленькие, все вам покажу прям в деталях. Значит, здесь по низу вот такой манжет. Я, девочки, не знаю, как это называется правильно. Вот такой вот очень хороший, прям
Вот раньше, помните, у ребятишек такие были кофточки. Вот именно вот такой состав материала. Очень. Сейчас я вам прочитаю, если здесь написано «делает Натали». Вот почему-то мне уж очень нравится, когда Натали. Значит, здесь 80... Ой, девочки, слепая я. 80... А, нет, 95 хлопок и 5 эластан. Вот, не буду обманывать. Прочитала как следует. Это шикарная вещь. Просто, ну, просто супер. Ну, правда. Даже если вы на Новый год сядете в таком костюме за стол, я думаю, будет шикардос. А если вы приобретете и подарите своей внучечке, она будет безмерно рада. Следующая у нас позиция. Футболка. Фашион. Пудрово-белый. Размер 52-54. Я так думаю, что это оверсайз. Цена сказочная. 638 рублей. Обратите внимание, девочки, чистый хлопок. Посмотрите, какой оригинальный, очень красивый принт. Или как эта картинка. Посмотрите, свободный, шикарный. А брючки, это уже отдельная тема, девочки. Сейчас я вам прочитаю. Брюки. Брюки синие. Они, знаете, как... Но я потом поближе покажу. Они как будто в горошек, такие черточки на них. Брюки 19501. Это артикул. Синий, 52 размер. Цена 1310. Хороший такой уютный трикотаж, плотненький. А футболка. Фашион пудрово-белый. Артикула нет. Поищите в футболках. Значит, брюки стоят 1310, я вам сказала, да? Брюки, наверное, девочки, кто большой, крупненький, к низу, берите на размер на два побольше. Просто рекомендую. Они садятся очень хорошо. Я смотрю на себя в зеркало, девочки, чтобы и себя видеть, и вам показывать. Вот такие хорошие брючки. И свободная футболка. Очень даже, да, девочки? Шикарная футболочка. Стоит копейки. Я вам еще раз напомню. Вы зайдите в Спортмастер. Вот такая футболка. Точно такая же футболка будет стоить от 2500. Если вы мне не верите, вы можете онлайн даже посмотреть цены. Выручайте, помогайте российской промышленности. Девочки, не изменяйте. А помогайте себе, своему кошельку и, конечно, нашим производителям. Просто супер. Так, дальше мы перейдем с вами к водолазке. Я вам покажу водолазку, и у нас остается костюм, и у нас остается с вами шапка. Сейчас я вам все продемонстрирую. Но вначале я вам покажу поближе вот эти все изделия. Так, девочки, поближе покажу. Посмотрела состав. 95 хлопок, 5 эластан. Она такая невесомая, она такая свободная. Посмотрите, какой трикотаж. Посмотрите, как все сделано. Каждый шовчик. Вот настолько все они делают, конечно, безупречно. Посмотрите, как выполнен рисунок, нанесен. Это вечные футболки. Это я вам хочу сказать, пока вы, наверное, не застираете. Вот так бы я сказала. Шикарная футболка. Девочки, прям рекомендую. Рекомендую. Носить буду с удовольствием. Подарите внучке, и она вам скажет огромное спасибо. А на мне... Штанишки сниму, покажу поближе. А на мне водолазка. Артикул 144-39. Дробь 1. Олива, размер 52, цена 419 рублей. Олива, вот такой, я бы сказала, болотный цвет. Ну ладно, пусть будет олива. Размер надо брать побольше, на размер побольше. Вот, а раньше мы называли такие водолазки, мы называли гольф в свое время. Посмотрите,
Посмотрите, как хорошо сидит. С любыми джинсами. Сейчас идет такой сезон, когда хочется закрыть горло, чтобы все плотно было, чтобы все прилегало, чтобы вы ходили тепленькие и чтобы у вас все дышало. Посмотрите, очень хороший гольф. Это в такой рубчик. Как вам показать? А вот, видно, рубчик такой, да? Как вельвет. Сейчас вельвет, кстати, входит в моду. И сейчас я брючки сниму и покажу вам поближе, чтобы вы, девочки, убедились, что шикарные брючки. Брючки это домашние. Брючки также можно ходить летом. А почему бы и нет? Они хорошо сидят. Они мягкие, они удобные. В дорогу, в санаторий. В общем, на все случаи жизни брючки вот такие обязательно нужны. Нужен, конечно, и халатик, но брючки и футболочка – это всегда дома нарядно. Сейчас я сниму брюки, и я вам покажу поближе их. Итак, девочки, я поближе вам показываю. Значит, к низу чуть-чуть зауженные. Тут маленький внизу разрезик. Очень элегантно сидят, очень хорошо. Хорошая резинка. Резинка не будет скручиваться, поскольку она прошита. Очень хорошие брючки, я вам просто рекомендую. Мягенькие, тепленькие, удобные, шикарные, отличные, комфортные. Какие еще слова подобрать? А мы переходим к следующему изделию. Девочки, вот эти вещи я просто вам рекомендую. Сейчас я вам продемонстрирую костюм, который стал, наверное, бестселлер, я бы так сказала. Костюм женский, матрица. Матрица, наверное, у них несколько лет уже и не выходит ни из моды. А самое главное, ткань, вот эта двунитка, которой нет сносу. Я вам покажу свой костюм предыдущий. Я его просто, девочки, не снимаю. Я хожу в бассейн, вы прекрасно знаете. И я ежедневно в этом костюме. Значит, матрица 387. А, красный, на мне размер 52, стоит 2100. Но за 2100 вы этот костюм будете носить много-много лет. Сейчас я вам покажу, у меня есть с белой вот этой вставочкой, а сейчас я заказала с красной. Он идет, грубо говоря, размер в размер, но имейте в виду, если здесь у вас много, берите на размер на 2 побольше. Потому что, ну, там не подобрать по размеру, чтобы было вверх и низ. Ну, кофта одна размер, а штаны другого. Но если вы стандартная, то вы берете себе, если вы носите 50, берите все равно 52. Пусть будет свободно, но я так думаю. Вот, я заказала их 2. Этот размер 48, это моей Федоровне, подружке, на Новый год я заказала. Итак, ценник я вам сказала. И посмотрите, девочки. Я просто обожаю вот эти костюмы. Они на молнии, они с капюшоном. Они смотрятся великолепно. А самое главное, они всегда модные. Они очень хорошо носятся. Очень. И в них ты женственный, и в них ты везде будешь нарядный. Если вы начнете писать, что лампас вышел из моды, вы знаете, мы в таком возрасте, наверное, я так считаю, что модно это когда красиво на тебе сидит. Вот это модно. Девочки, я не постесняюсь, покажу свой уже, конечно, заюзанный костюм. Но он у меня уже сколько? Года 2 не снимая. И у моей Валюши то же самое. Да. Так что, девочки, я рекомендую. Там есть зеленый, белый, вот красный. И, по-моему, коричневый. Ну, посмотрите внимательно. Костюмы шикарные. Я их просто обожаю. Просто. Вот честно говорю вам, шикарные костюмы на все случаи жизни. И в пиры, миры, добрые люди. И на спорт, и в бассейн, и в санаторий. И не приведи Господи в больницу. И везде вы будете опрятные, красивые. Ну, шикарные. Просто. И самое главное... Я вот подворачиваю немножко кофточку. Самое главное, что они стройнят. Они стройнят. Они так скрадывают какие-то ваши проблемные зоны.
что я просто вам всем рекомендую. А сейчас я вам покажу очень красивую шапку. Вы знаете, я ношу шапки, у меня нет комплексов, какая есть, такая есть, поэтому шапку я ношу любую с удовольствием. Сейчас расскажу про шапку. Шапка 698, впереди ГЛ, английская ГЛ, английская, 698, молочный. Цена 2024. Но я думаю, что в магазине она плюс еще 100% добавьте. Но не 150 точно. Это чистый мохер. Здесь очень красивая такая эмблемка. Вот такая брошечка. Она мягенькая, она не колется. Посмотрите, какая шапочка. Там есть желтые. А какие там перчатки, варежки, какие девочки. О, я люблю шапки. Вот такая я, красивая, нарядная, к Новому году готовая. Девочки, я вам желаю хороших покупок. Обязательно сделайте себе перед Новым годом, на Новый год подарок. Перед Новым годом закажите, и вам быстро-быстро придет посылка. Посылки приходят быстро, работают они оперативно. С размерами смотрите аккуратненько, потому что я всегда говорю, смотрите аккуратно, чтобы... Ни вам не доставлять хлопот, ни менеджерам, чтобы они тусовали и вам переделывали заказ. Вот такие шикарные вещи. По-моему, я ничего не пропустила. Желаю вам хороших покупок. Все, что я сегодня заказала, это просто, просто вот супер вещи. И по этому поводу я хочу сказать огромное спасибо любимому Васильку. Дай Бог им процветания, дай Бог им, чтобы все было у них гладко, и чтобы всегда у них были продажи, продажи у них, чтобы нарастали. Спасибо менеджерам, которые с нами работают. Спасибо, что они дают рабочие места женщинам, мужчинам. Огромное вам спасибо. Девочки, вам огромное спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Проходите смело по ссылкам, которые я оставлю сразу под названием ролика. И заказывайте, и радуйте себя к празднику. Но согласитесь, а шапочка любую женщину украсит. Сейчас я надену куртку и покажу, как смотрится с курткой. Вот такая нарядная шапочка. Посмотрите, как хорошо. Закрывает ушки. И главное, что она не портит вас, даже если у вас волос будет спрятанный. Очень красиво, очень. Заказывайте, девочки, не пожалейте. Всего вам доброго, хорошего просмотра, успехов, счастья, любви. Всего самого-самого хорошего. Ну, а с вами была Ольга Браненко. Всем пока-пока, до встречи!